Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет настольная лампа из коллекции Estuda от производителя Mytoni. Это лампа для рабочего стола, то есть лампа, как я таки называю, с повышенной функциональностью. Цвет, кроме черного, предлагается еще и белый. Она полностью из металла, матовое покрытие. Высота лампы в каталоге указана 45,5 сантиметров, но это имеется в виду высота всей этой стойки, то есть вот так это будет 45,5. Но в случае с лампой такого назначения эта высота особо не интересна. Здесь важно, на какой высоте находится источник. И получается, вот эта высота, она будет 38 сантиметров, а сам вот источник от поверхности находится на высоте 30 сантиметров. Фонарик поворотный, то есть его можно будет направить в любую сторону, как угодно. Источник света здесь светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребление указано 8 Вт, но это общее потребление всего изделия, так как здесь два модуля, два источника света, то можно предположить, что потребляют они пополам по 4 Вт. Здесь два выключателя, то есть можно включать отдельно нижний свет или этот основной. Ну, функция вот такой подсветки, ну, она является декоративной, также она может выполнять функции ночника. Основной свет, кстати, цвет свечения здесь теплый, в кельвинах это 3000. Основной вот этот луч света, он довольно узкий. И так как находится он на небольшой высоте от поверхности, то он освещает площадь на столе, ну, порядка так, диаметром 30 сантиметров. То есть он осветит тетрадь, книгу или, допустим, клавиатуру ноутбука. Диаметр подставки лампы. Вот эта часть, на которой она именно стоит, 11 сантиметров. Вот эта вся поверхность, это 15 сантиметров. Шнур, ну вот так еще луч могу показать. Шнур здесь тоже черного цвета. Шнур с вилкой в розетку. Длина его 160 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.